Хорошо! Последней пулей! Последней пулей! Блять! Опять они ловят гребаных медов. Давай, спасибо. Давай, Патрик! Всем привет, уважаемые зрители! Добро пожаловать на новую серию по папку! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Джонни Фуджики, Андрюш Индифа и Макс Фреш! Ну чё, парни, готовы сегодня забрать топ-1? Я не готов, Олег. Умирать? Нет. Ну давайте. Время видел, какой топ-1, Олег. Оружие будет вообще какой-нибудь нормальный сегодня, нет? А где? Да, кулаки, руки. Не, подожди, не, реально. А где М-ка там, я не знаю. Ну, а зачем она тебе? Ну, суть потому, что я ничего до сих пор не нашел, кроме Берила туда. Две М-ки лежат просто патронов столько. Не надо сюда идти, блядь, нахуй ты сюда идешь? Да, блядь! Стреляй! Да что вы делаете? Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. Успокойся. Что вы делаете? It's me, Carl. Я в него кинул этот ломик, а у него жопа пригорела. Получи за это, тварь. Блядь, ты у меня сейчас сдохнешь, ты меня сосать будешь, блядь. Да, блядь, дебил, что ли, блядь? Я сейчас уебну. Ой, блядь. Вот вам двоим уебкам две аптеки, блядь, сука, дебил. Давай, мальчишки, что, держи у себя лучше. Подними меня, на. Оба не угомонились, нахуй, блядь. Я езду. Где аптечка? Куда аптечку одну? Да, блядь! Одно, выкинь одну аптечку, Макс. Дай мне одну. Парни, вы понимаете, что пока вы там это, ну... Стреляйте, я тут столько киллов наделали, Олег! Столько киллов, я другу коллегу говорю. Ебать там Олег убивается. Поселёт? Попал, вот он в здании, прямо 350 в маленьком щельде торчит. А-а-а. Вот это хуйня. Давайте втроем так, надо рассредоточиться. Да, давай. Блять, да заеб... Вырубил. А, ну все, я сдох. Один за зоной. Нам, наша задача не дать им пройти. Блять, сейчас сам ёбну. Они будут убегать оттуда, вот. Они назад пошли, они убегают, да. У меня прицела нет, чтобы работать. Здание. Давайте в зону зайдем и будем... Да, пойдем, все равно, пойдем. Один на 340, короче, на берегу побежал. Вижу, побежал. Вон. Он до сих пор там по нему. Ай. И сейчас с горы по нам стреляют. Слева. За бункер станьте. Да. Блять, у меня ни шлема, ни хуя нету. Из одного додика, блядь. Ты дебил меня первый. А бункер, если что, взрывается, нет? Я кинул, но не её... Нет, не взрывается. А разница. Бля, я ебал эту баллистику. Бункер внутри взрывается или нет? Нет. У меня есть бомба. Да, у меня есть бомба. Он взрывается. Всё, я думал, мы просто его сбомбили. Бля, они там работают. На! Там айдёнщик красный. Один в здание пошли. Давайте, они фанятся, быстро, просто! Давай! Я бомбу закинул! Блядь, минус один под меня кинул, дурак, блядь! Минус один! Я вырубил его липучкой, да ладно! Не-не-не-не! Выруби, добей! Патронов нет! Убил! Хорошо! Подними меня срочно! Так, меня срочно! Меня, Макс! Да-да. Чё это только что было? И сразу лутаться побежали! Бля, мне тебе надо... Блядь, меня ёбнули. Ещё кто-то? Сверху. Да, с горы. Бля, Макс, дай, быстро, возьми его! Да всё, вас положат сейчас. Меня оттуда убили сверху. Я конечно, скинул ещё. Олег, я задохнусь. По нам стреляют. Убегай отсюда, меня срочно надо поднять в дыму. Поднимаю. Зона. Но я сдохну, мы сдохнем с Андреем. Не сдохнем, мы можем все выбраться. Но я тебя хиляю и... Всё, Олег, давай, я по фронту бегу. С горы, снайпят, аккуратнее. Все, я сдох. Бля, у меня прицел... А где мой прицел? Я сдох. У меня две эмки, ебать, я мудак. Да я твой рот и бачу урла. Вон он, да, вижу, один сползает с горы. Ду-ду-ду-ду-ду. Это либо он поднимает... Да, это он сползает. А надо просто до зоны добежать. Да, все, я убил того чувака. Олег, дай тебе, ну не пизды, но энергетик.
Самое время. Я стреляю. Я слева зайду лучше. Да, сейчас бы самое время встать на месте. Ну а что мне поделать? Зато на себя стрелял, Олег. А где прицел? Классный вопрос, а где прицел? Джонни, справа от бункера. А, ты умер! Олег, ты против сквада остался соло. Олег, тащи! Это нереально. Ну топ-2 неплохо. Топ-2 неплохо. А что, реально против сквада? Пиздец, нет, тут вообще никак. Покажи прибыль. Покажи прибыль, да-да. А мы одни? Патрик! Чё, я не рофлю? Эй, Патрик! Эй, Патрик! Эй, Спанчбоб! Может, мне голос Кюдорда, наверное, больше, я сам носатый, блядь, такой. No, this is Патрик! Опять они ловят грёбаных метов. Парни, может быть, на это пойдем озвучивать как раз-таки, как думаете? Нет? Давай, Спанчбоб! Давай, Патрик! Макс Андреем будут Бивис и Батхит. А че полу-то вообще, господа, можно? Почему его нет? Только автомат, все. Не, реально, слушай, это странно, что-то когда. Я в первый раз такое вижу, просто чтобы здесь не было лута. Это очень странно. Не хотите до бункера этого сбегать с рядом? А, давай. Погнали, сбегаем, там лута просто, ну вот вы сами помните, сколько лута было. Конечно, есть вероятность небольшая, что мы умрем, но. Небольшая, она очень большая. Андрей, Саша, смотришь? Да, давай. Макс, я сегодня буду на мансу. Чё ты смотришь, что ли? Да, тебя, Андрей. А! Ой, блядь! Понял? Нет, всё, там... Так, бункер наш, сука, да. Ну, да. Не, мы можем зайти, мы можем попробовать. Давай. Мы можем с другого входа. Он побежал один, так что у нас есть время. Но если он бомбу уже кинул, он уже внутри. Ну, бомбу я слышал, что мы взрывали в этом районе как раз-таки. Давайте, если у него нет бомбы, то он западнее. Да мы могли бы за сначала голову. Бомбу кидаем, короче, проверяем. Но мне кажется, что он... А у вас есть? Не, давайте просто вместе залетим, он не убьет всех, готово? Я закинул. Да, залетаем. Давай. Стой, бомба внутри! А, открыто. Он зашел. Ох, найдем. Заберем его. Нету смысла... Не, вы чё? Ладно, давайте. Рашем так рашем, парни. Не, Андрей, не беги. Ох, рискнем. Один раз живем, что стесняться. Можно я тогда его убью? Его здесь нет. Может, он лежит где-то просто и не выходит? Не, 100% здесь. Осталось только понять, куда он побежал. Че, выходим? Погнали. Хули. Только бегите не в ряд хотя бы, ну так. А то если в ряд, нормально. То нас одной обойму. Ой, бля. Там сайга выйдет и все. А че вы такие секунеры, бля, вышел, блядь, пизды родился. Давайте, парни, выходим. Все, вышло. Рассредоточились. Рассосались. Нас надули. Мне кажется, тот парень бежал с такой скоростью просто быстрее, чем Усейн Болт просто. Когда он увидел, что на него 4 человека нападают, он в этот бункер просто... Бля, бабу! Бля! Где? Я заныкаюсь. На 265. Бля! А, это он, кстати. Я такой зуб... Вижу. У меня нихуя нету вообще. О, как это бинт. Олег, стрелять кнопку мыши два раза нажимаешь. По одному попал. Сзади да кто, там. Блядь, что сзади стреляют, пацаны? Прям перед нами, бля, пацаны. Бля, я не вижу. Они идут, они рашут, они. Сзади, на СЕ. Еще на СЕ. Ох, Джонни, тебя вообще не вижу. А, ну понял. О, красава, Джонни, давай. Блядь. Звонишь такой, да-да, Илюх, я снимаю ролик, но ты же мне сам позвонил, всего доброго. Ебать, пацаны, прыжки, блядь, падаю. Спасите, нахуй, они на крыше там того здания, пацаны. Я того здания, давайте снаряжаемся, блядь. Короче, если мы их перейдем. Ебан, блядь, меня спасите. Макс. Ой, бля. Вы поздно сказали, про одно здание, очень поздно. Блядь. Понимаешь, Макс, вы сказали про одно здание, когда я уже на земле был, понимаешь, типа, надо ждать просто. Да что эта девочка сделает мне, ну? Надеюсь, Андрей или нет. Потому что там пулемет валялся. Там пулемет лежал. Вон, Олег, видишь? Да там пулемет лежал. Да там не пулемет. Вот пулемет, вот там никого нету, Андрей. Там никто не выглядывает. Ранил два раза. Я пошел.
почему мы сюда стреляем? Справа, справа, Андрей, справа! Ну, я убил. Ну и лох-то, Андрей. А чё, у нас Джонни ещё живой? Да. Да, Андрей. Я чётко... Одного, хорошо! Последней пулей, последней пулей! Блядь. Хотел... Хотел, блядь, поднять, нахуй. Пиздец, блядь. Да, Андрей. Скилл на нуле. Вот сейчас просто... Андрей, почти подняли тебя. А ты прикинь, это ему повезло, что они в него выстрелили. Я сейчас бы его вынесли бы с коряка бы. Ты за что делаешь? И мы бы закончили бы. А, ну, пока тело еще теплое, это всегда, да? Да, я мертв. Ну, сейчас я обработаю. Ну, тихо. Джонни, слушай, я хотел, короче, ролик на днях записать. Там, короче, игра такая интересная. Ой, Джонни, там слева где-то или справа, я слышал. Вот, и слушай, я посмотрел ролик твой недавно, стрим смотрел, прикольный, очень классный, на самом деле, реально интересный. Вот, кстати, погода сегодня у нас в Калининграде, если тебе интересно. Прекрасная. Вот, да, дождик, правда, шел, но и снега не было еще ни разу в Калининграде, понимаешь? Добей хотя бы убей вот этого. Убей, навреди просто, чтобы, навреди. Блядь, навреди, да. Красава. Нах, пошел скат, блядь. Они справа обходят. Да, они сейчас будут обходить. А, цель. Это очень стрим, блядь. А, сзади бежит, сзади! Там сзади не бежит, ты не можешь смотреть, Олег, назад. Ай, хорошо. Справа! Пилу в голову попал, сколько хп ты ему оставил? Я не знаю. Ну что ж, друзья, вот такая вот серия у нас сегодня получилась по папку. Я надеюсь, она вам понравилась. Вы, как всегда, влепили свой лайк и подписались на все наши каналы. Если вы хотите больше контента по папку, больше веселого контента и профессионального, то тоже пишите об этом в комментах и обязательно поддерживайте этот ролик своим лайкузиком и подпиской на канал. Ну что ж, на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Фреш, Антифай и Джонни Пуджакевси. До скорой встречи. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.